Около 100 окружных школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, вернулись из Крыма. Там они провели свои каникулы. Дети 21 день отдыхали в оздоровительном лагере «Троянда» на Черноморском побережье. В аэропорту окружной столицы ребят встретила наша съемочная группа. Мне понравилось в лагере, мне понравились только вожатые. Как мы ходили на море, отдыхали. Много новых знакомых встретила, которых я раньше никогда не видела в городе, в самом центре. Много интересного, аквапарки, дельфинарии. Я видела море, мы купались, было интересно. Хотелось бы всем отрядом купаться, но мы купались по 10 человек. Связь мы поддерживали именно сопровождающими. Два раза в неделю нам постоянно отзванивались. Если какие-то были текущие вопросы, форс-мажорное там, отключение воды какое-то время, то есть нас ставили сразу в известность. Таких вот ситуаций, каких-то критичных, не было. На смену ребятам, прилетевшим из крымского лагеря, сегодня отправилась следующая группа детей из Ненецкого округа.